This video is freeware, so you can use it as you wish. Gaddafi arrested. К Земле сегодня приблизится астероид диаметром в полкилометра. За космическим объектом сейчас следят специалисты НАСА. По их расчетам, за 4 дня небесное тело обогнет нашу планету на расстоянии примерно в 300 тысяч километров. По космическим меркам это немного. Подобные сближения происходят примерно раз в 30 лет. НАСА говорят, что опасности столкновения нет, однако возможные последствия удара астероида ученые все же рассчитали. Пришелец из космоса вызвал бы сильное землетрясение, цунами высотой в 22 метра, а также оставил бы на поверхности Земли воронку шириной в 6,5 километров. See perhaps also. UFO evidence, 24 April 2005. After the first and the second contact. See, impossible, these videos. Only 22 days passed. And then...